Всем привет и добро пожаловать на наш канал! И сегодня хотим порадовать вас очередной классной подборкой турецких сериалов, о которых мало кто знает. Как всегда, топ получился весьма разнообразен и интересен. Каждый найдет для себя настоящий сериал. Открывает сегодняшнюю подборку турецкий сериал «Он легенда». В сериале рассказывается печальная история когда-то известного на весь мир бейсболиста. Прославленный баскетболист по имени Тарык Аксой на пике своего спортивного роста травмируется, и он вынужден из-за этого отказаться от карьеры профессионального баскетболиста. Плюс ко всему этому, во время чемпионата Лиги Европы он затевает драку с судьей из Швейцарии, чем провоцирует осложнение дипломатических отношений. Это происшествие становится причиной крупного международного скандала. Как результат, он теряет многое в своей жизни. Его лишают права опеки над своими дочерьми. Сложившаяся ситуация могла бы сломить самого сильного человека, и тогда, когда он не ждал от жизни ничего хорошего, ему дается второй шанс. Сможет ли герой сериала найти выход? Сериал «Портящий игру» повествует о невозможной истории Эмре и Эдже. Семейство Махира Яманер годами ранее причиняет боль Эмре. Эмре пытается попасть в их семью и мстить. На свой путь мести он впутывает и Эдже. Девушка живет у тети с сестрой без родителей, так как родители у нее умерли. Единственная мечта Эдже – закончить университет и работать врачом. Жить обычной жизнью со своей сестрой Адой. Но все переворачивается, она узнает, что ее сестра смертельно больна и спасти сестру может только Эмре. Семья Яманера сталкивается на этот раз с гениально продуманным планом Эмре. Благодаря плану Эдже попадает в дом Яманеров. Со временем Эмре поймет, что влюблен в Эдже, но что еще судьба преподнесет этим двум молодым людям? Сериал «Маленький Ага» или же «Маленький начальник» расскажет о захватывающей истории двух молодых людях по имени Али и Синем и о их шестилетнем сыне Мехмете Джане. Али и Синем прожили много лет вместе, но вдруг внезапно решили разорвать отношения. Ребенок, узнав об этом, принимает решение приложить все усилия и спасти брак своих родителей. Сериал «Любовь заставляет плакать». Двое молодых людей, Юсуф и Ада, жили в маленьком поселке. Они влюбились друг в друга. Однако у дяди Ады, который вырастил ее с малых лет, совершенно другие планы насчет нее. Он хочет выдать ее замуж за богатого и властного мужчину, вдвое старше нее. Ада умоляет дядю не отдавать ее за нелюбимого, но он категоричен, так как уже договорился с ним обо всем. Когда дядя избивает Аду за непослушание, а претендент на ее руку угрожает Юсуфу, молодым влюбленным ничего не остается, как сбежать в Стамбул, где их также поджидает немало проблем. Сериал «Изумрудный феникс» или же «Изумруд». После службы Ферхат собирается жениться на Зумруд, которая работает на их фабрике. Тем временем его дядя Адил тоже решает жениться на этой девушке, не зная об их любви с Ферхатом. Но неожиданно роту Ферхата отправляет на войну в Сирию. Там их обстреливают, и домой отправляется весть о его смерти. В день свадьбы Адила и Зумруд Ферхат возвращается домой. Произошла ошибка. Что ж, друзья, на этом все. Напишите в комментариях, какой сериал вас заинтересовал больше всего. Всем желаю удачи и до новых встреч с новым видео.